привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, оставьте свои лайки и комментарии. И, конечно же, загляните в описание, нажмите кнопочку «Еще» под видео. Сегодня у нас 5 мая. Полдня шел дождь, было пасмурно. А сейчас время 4 часа. И наконец-то вышло долгожданное солнце. Температура воздуха около 18 градусов. Дует легкий ветерок. Море после дождя, конечно же, грязное. Со всякими палками, ветками. Ну, собственно, тут никто и не купается, потому что оно слегка волнуется. Температура моря около 15 градусов. Народ гуляет на пляжах, здесь вот кафешечка. Обязательно напишите в комментариях, если вы знали, что это за место. Вот это вот вам ориентиры сейчас показываю. В целом прекрасная погода. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, оставьте свои лайки и комментарии. И, конечно же, смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!